Первоначалом ролика хочу по своему группу своего канала, а именно рекламу, которую вы здесь можете заказать. Здесь вот такой вот есть товар, реклама в группе. Нажимаете сюда, и здесь вы можете посмотреть цены и что вы можете заказать. Чтобы заказать продукт, нужно писать продавцу. Продавец — это мой друг Ваня, он является администратором группы, поэтому все вопросы насчет рекламы в группе решайте с ним. Ссылочку я оставлю в описании, кому что-то нужно, обязательно заказывайте. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мир Ролиплей. Четвертый сер, у них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации. И также специально для подписчиков есть промокод. Пишите вот такую команду MN. Потом выбираете 10 пункт промокод и пишите вот такой вот промокод KGAME. Как только вы тратите 7 часов, вы получите 50 тысяч. Поэтому обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, пацаны, как вы знаете, я обратно без денег. И поэтому мы сегодня поедем работать. Поедем мы работать на нефтезавод. Почувствуем себя шейхом, в принципе, будем добывать нефть, либо как мы это будем делать, я, честно говоря, не знаю, и мне будет интересно посмотреть, и самое интересное, это сколько же там платят. Поэтому я сейчас забиваю в GPS нефтяной завод и направляюсь туда, встретимся уже там. Короче, пацаны, я тупанул, и оказывается, что это не подработка, это типа бензовозом заправляться, либо что, еще что-то. Видите, продажа топлива для АЗС, а здесь продажа топлива для завода. Там эти баки, с которых можно брать бензин там и так далее. Я так понял, здесь мы денег не сможем заработать. Я еще побегу, посмотрю, но скорее всего нет. Нам придется ехать на другую подработку. Ну что ж, я посмотрел, и давайте, наверное, поедем на лесопилку, посмотрим, как там все есть и сколько же там платят. Потому что нам реально нужны бабки, чтобы платить как минимум квартиру, ну и на бензин, потому что у меня в мотоцикле уже довольно-таки мало бензина, а в Феррари я не знаю, сколько там бензина осталось, поэтому нужны бабочки, пацаны. Итак, я доехал до лесопилки, здесь нам пишется о работе, но думаю, все здесь понятно и довольно-таки просто, поэтому давайте поработаем. Блин, онлайн сейчас, кстати, почти 300 человек, но здесь никого нету. Надеюсь, здесь хотя бы нормально деньги платят, потому что нам, повторюсь, нужны деньги на оплату квартиры и так далее. Так, нам, я так понял, нужно рубать и потом носить на вон тот конвейер. Хорошо, давайте, пацаны, я сделаю пару ходок и потом уже продолжу, потому что, ну, показывает весь процесс работы, я думаю, это будет неинтересно и я думаю, все это прекрасно знают. Поэтому только я сделаю пару ходок, заработаю деньги, я вам все покажу. Так, вот, пацаны, последний подход. Получается, 20 дров я перенесу. И посмотрим, сколько же нам заплатят. Так, кстати, прикольный такой процесс. Вы ложите дрова, и они по этой платформе движутся и перерабатываются, типа, на такие дощечки. Сейчас я вам, в принципе, покажу, как это выглядит. Итак, вот, давайте подойдем, ложим. Смотрите, они появляются. По конвейеру идут и перерабатываются на такие вот дощечки. Иду дальше. Здесь тоже что-то происходит, не знаю что. И они уходят в никуда, грубо говоря. Не, ну, прикольный процесс. Да, пацаны, я знаю, что эта работа не новая. Эта работа еще была с открытия проекта и так далее, но все равно я хотел узнать, сколько здесь платят. В принципе, работа не тяжелая, я вот 20 дров собрал за, ну, 15 минут где-то максимум. Давайте теперь завершим работу, и мы получили 2400 рублей. Ну, довольно-таки немного, но все же, пацаны, будем изучать все это дело, будем искать самую прибыльную работу. Многие говорят, что самая прибыльная работа — это ферма, но на ферме я уже работал, поэтому в следующей серии будем, наверное, изучать еще какие-то работы, либо еще что-то по делу, не знаю, посмотрим. Кстати, пишите в комментариях, что мне можно поснимать, пацаны, потому что у меня особой идеи как бы нету. Может, какой-то, не знаю, какую-то рубрику поснимать, тест-драйвы, либо еще что-то. Поэтому обязательно пишите свои идеи в комментариях. Если мне идеи понравятся, я запишу обязательно об этом видео. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно просто ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Играйте вместе со мной на 4-м серии Радмира. Ник, промокод, все есть в описании. Всем пока-пока.